своими впечатлениями. Во-первых, нам повезло приехать, когда хорошая погода наладилась. У нас в Москве был жуткий ураган, и дождь буквально смывал все на своем пути. А непосредственно на Малый Ярославец мы приехали достаточно быстро, без пробок. Дорога была достаточно свободная, проходная работала исправно. Все наши бэджики и браслетики выдали без проблем. Доехали до площадки, вот свои вещи скинули. То есть с организационной точки зрения все на очень хорошем, высоком уровне. На сцене я еще не был, людей еще не видел, поэтому не могу комментировать. Хотя вот до нас выступали тараканы замечательные. И вот по крику толпы мне показалось, что народу много. Это очень хороший результат для фестиваля. Тем более, что сегодня 25 лет, юбилей мото Малый Ярославец. Настроение шикарное и настрой только позитивный, потому что будем жечь металл. Хорошо, Жень, еще пожелать что-нибудь именно читателям калужских новостей? Читателям калужских новостей я пожелаю быть здоровыми, слушать хорошую музыку обязательно. Ну и получать от жизни все. Наслаждайтесь, сейчас погода замечательная. Ходите на шашлык, там жгите костры и все так далее. Но не жгите деревья и леса. Удачи. Спасибо большое.